Добрый день, уважаемые трейдеры! Вас приветствует компания WinOption Signals. И сегодня у нас на рассмотрении стратегия для бинарных опционов ZEVS. Данная стратегия представляет собой набор индикаторов, которые работают по общему алгоритму и строят уровни поддержки и сопротивления, а также генерируют сигналы несколькими видами – это стрелочки и цифры. Создатель стратегии советует использовать ее на графиках M1 и M5 с экспирацией в 1 и 3 свечи, но забегая наперед, хочется сказать, что самые лучшие результаты будут с экспирацией в 3 свечи, а также экспирацией более 3 свечей, так как далеко не всегда бывает так, что цена отходит от уровня после 1 свечи. Индикаторов в данной стратегии довольно много, поэтому проще устанавливать их из шаблона, который можно скачать в конце статьи. Для тех, кто устанавливает индикаторы в терминал MetaTrader 4, поможет данное видео, в котором подробно рассказывается о том, как правильно это сделать. А теперь давайте перейдем на реальный график и рассмотрим правила торговли по данной стратегии. Первое, что стоит учитывать при работе по данной стратегии, это направление тренда, так как именно при работе по тренду будут показаны наилучшие результаты по данной стратегии. Второй момент, который стоит учитывать, это работа от уровней. Все уровни в данной стратегии строятся автоматически. И чем больше уровней сосредоточено в одном узком диапазоне, тем сильнее будет данный уровень для цены. И последнее правило – это сами сигналы, где зеленая стрелочка, направленная вверх, означает покупку опциона Call, а красная стрелочка, направленная вниз, означает покупку опциона Put. Также можно было заметить, что иногда стрелочки сопровождаются цифрами, но обращать внимание на них не стоит, так как они не несут практической пользы. Если говорить об экспирациях, то использовать можно и экспирацию в ту же одну свечу. Но если торговля ведется в диапазоне, как в данном случае, то чем больше экспирация, тем лучше. А теперь давайте попробуем совершить реальные сделки на реальном счету с экспирацией в одну свечу и посмотрим, что из этого выйдет.
Как можно видеть, было совершено три сделки, которые принесли прибыль. Однако не стоит забывать, что при торговле от уровней с такой экспирацией риск увеличивается в разы, так как уровни предусматривают более долгое движение, если цена от них отбивается. И поэтому, чтобы подобрать идеальную экспирацию и идеальный таймфрейм для работы по данной стратегии, стоит протестировать ее на демо-счету. И только после этого переходить на реальный счет и реальную торговлю. Также не стоит забывать про money management и соблюдение рисков, так как это является основополагающим правилом в торговле. Если данное видео было для вас полезным, не забудьте поставить лайк и подписаться на канал, чтобы не пропустить обзоры интересных стратегий и индикаторов, а также других тем. Удачной торговли!